В рабочем поселке Ленево завершается первый этап строительства стадиона. Чтобы выровнять искусственный газон, из Новосибирска привезли специальную технику. Этот легкий трактор обслуживает футбольное поле новосибирского стадиона. На 4 дня его привезли в Ленево. За это время он причешет искусственный газон, изготовленный в Чехии, на поле размером 106 на 68 метров. Вот он, кварцевый песок, который является фундаментом травы этой. Далее засыпается в 3 слоя вот такая резиновая гранулянт. Вот сейчас вот этот вот тракторенок, у него есть 2 вида щетка и грабли. Вот грабли он едет, он поднимает вот так траву, вот так вот он делает. Все, вот появляется трава. Перед тем, как уложить газон, здесь на глубине 40 сантиметров вынули грунт, сделали специальный дренаж и проложили ливневую канализацию. Все это гарантия того, что после дождя на поле не останутся лужи. Такого покрытия в области нет, уверяет Дмитрий Грушевой. Спортсменам на нем будет комфортно заниматься. Но и уход за такой травой тоже потребуется. Если будет постоянная нагрузка, спортивные команды будут тренироваться у нас, плюс, естественно, просто жители будут приходить, у кого желание есть заниматься спортом, тут футбол играть. Ну, раз в неделю нужно прочесывать специальными пластмассовыми щетками и раз в месяц так называемые грабли. Из областного бюджета уже выделены деньги на второй этап строительства Ленёвского стадиона. Здесь установят трибуны, площадки для прыжков в длину и метания ядра, сделают беговые дорожки. Затем на очередь строительство раздевалок, душевых, санузлов. Когда все будет готово, ДЮСШ района планирует открыть здесь отделение легкой атлетики.